Всем привет! Я Тая. Сегодня я покажу вам несколько упражнений. Если вы будете их выполнять, у вас скоро получится сделать перекат. Вот так у вас должно получиться. Для начинающих может быть трудно без подушки сделать перекат, поэтому я беру такую подушку. Чтобы подбородок не травмировать, можно туда упираться подбородком, и все будет хорошо. Первое упражнение называется «Рыбка». А вам может помочь подруга или мама. Она меня потянет. Это последнее упражнение, когда тянут. Если у вас с первого раза не получается, не грустите, пробуйте регулярно, и у вас все получится. Также есть еще одно упражнение для растяжки спины. Начинающие могут его делать так. А я его делаю так. Это уже для более старших. Я занимаюсь художественной гимнастикой около года. Сейчас я покажу, что я умею. Но ни в коем случае не повторяйте за мной, потому что в домашних условиях для вас это может быть травмой. Моя сестра Ася пробовала повторить переворот, но она чуть не свернула шею. Мы хотели вызвать травматологию. С вами была Тая. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Это Ася умирает. Нет, давай, давай локти. Нет, не трогай. Да, сейчас будет. Нет, 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 она, нет. Теперь стойка. Господи, это очень страшно. Это очень страшно. Боже мой. Я просто боюсь, сейчас будем скорую вызывать. Лучше не надо. Теперь повтори вот так вот. Повтори. А что ты пыжишься? Давай. Она тебя может потянуть. Давай, ложись на спину. Ложись на спину. Вот так вот.
А ты как бревно. Yeah.